Все больше используется блочно-модульное оборудование. Это совокупность приборов определенного назначения, которое поставляется со всеми необходимыми чертежами. Именно такое технологичное решение позволяет использовать проверенную компоновку и выбор оборудования. Смысл проекта в оптимальном подключении трубопровода к территории строительного объекта, а также электричества и труб блочно-модульной установки. Добрый день, меня зовут Салим Вячеслав Ларисович. Я являюсь руководителем отдела блочно-модульного оборудования данного направления. Вкратце хотел бы рассказать о нашем новом направлении, которое мы запустили с того года. На данный момент мы выполняем уже второй заказ по этому направлению. За моей спиной находится арматурный блок, состоящий из 12 узлов. Заказчиком этих данных блоков является «Газпром-переработка». Что входит в оборудование, блочно-модульное оборудование? Это узлы учета газа и нефти, арматурные блоки, арматурные узлы, блоки гребенок и другие. Что повлияло на решение развивать это направление? Мы являемся изначально непосредственно производителями арматуры, трубопроводной арматуры. И в данном оборудовании в основном 80-90% идет эта арматура. Что нам позволяет ускорять сроки, не зависеть от кого-либо других. Ну и руководителем, генеральным директором было принято решение. К несомненным достоинствам такого вида конструкций относится их производство вне строительства нового объекта. На заводе производителя. Для того, чтобы установить мобильный компактный блок, не требуется каких-либо основательных строительных работ. Нужно лишь подготовить фундамент, который будет выдерживать статическое напряжение конструкции. Использование блочно-модульного оборудования в нефтяной отрасли нужно в первую очередь для строительства новых скважин и предприятий. Это обуславливает отсутствие проектирования размещения оборудования, обогрева, вентиляции и других систем. Также отсутствует надобность сертификации и проверки надзорными органами. В этом случае вопросы, связанные с качеством и безопасностью, будет решать сам поставщик блочно-модульного оборудования. Процесс производства и испытаний готового оборудования на заводе максимально эффективен и оптимизирован. В нефтегазовой отрасли наиболее широко применяется блочно-модульное оборудование подготовки газа. В него входит компрессорная установка для подготовки газа к транспортировке, а также сюда входят вакуумные компрессорные станции, работающие с газом при низком напоре. Выделяются установки подготовки газа для электростанций газотурбинного типа и установки для подготовки пускового и топливного газа для газоперекачивающего оборудования. Оборудование должно быть разработано с учетом его назначения, условий эксплуатации, свойств нефти и газа и характеристик смежного оборудования и других параметров. Расчеты проводятся специалистами при использовании специальных программ, которые позволяют смоделировать поведение нефтепродуктов по заданным параметрам. Как итог, заказчику будет предложено несколько решений, среди которых будет выбран оптимальный вариант.